Развитие экономики стало главной темой совещания с участием крупнейших предпринимателей региона. Кроме них, в заседании приняли участие представители исполнительной и законодательной ветвей власти, общественники, а также представители малого и среднего предпринимательства. Обсуждение получилось масштабным. Говорили и о темпах роста экономики, а он в нашей области больше, чем в среднем по стране. Затронули и работу надзорных органов. Ее нужно оптимизировать законодательно, уверены участники совещания. Все предложения, которые прозвучали в течение 2 часов работы, будут оформлены в специальную программу. Уже над этим документом будут работать власти города и области.